Говорят, когда умираешь, вся жизнь проносится перед глазами. Мне 36 лет, наверное, это очень мало. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы я не встретил ее. Но я ни о чем не жалею. Это был мой выбор. Я так понимаю, мы все теперь в его игре на выживание. Паша был пробным шариком, отделался относительно малой кровью. Угу, конечно. Давай ты вначале ночь в камере посиди, а потом я тебя послушаю, окей? Ша, малой. Майор прав. Ночь в камере, тут цветочки. Вопрос, что у этого Яна на якобке? Так, все. Никто больше не пострадает. С самого начала мне нужно было не ввязывать вас во всю эту историю. Это моя проблема, должна была решать сама. Ладно, все. Ян позвонит, я скажу, что я возвращаюсь в Штаты, и я вернусь, и вы будете в безопасности. Разговор есть. Ты же собиралась все закончить здесь? Ну, собиралась. Но Ян затеял игру на выбывание, и я не могу, чтобы кто-то из наших пострадал. Ты права. Все должно закончиться здесь. Я даже знаю, как ускорить этот процесс. Человек. Ну, этот придурок же сказал тебе, что ты вела себя хорошо. Значит, самое время опуститься во все тяжкие. Значит, сегодня ты, естественно, мы уходим с тобой с работы вместе. Естественно, ты ночуешь у меня. Какие-нибудь будут еще пожелания, товарищ внезапный бойфренд? Никаких. Надо сообщить только Стрижаку и Моргану о нашем плане. О вашем плане. Идиотский план. И не факт, что сработает. Этого психопровоцировать не надо, он сам все сделает. Андрей Романович, он нам постоянно навязывает свои правила. А так он будет играть по нашим. Это очень опасно. Опасно в первую очередь для нее. Плюс неизвестно, сколько мы будем ждать его реакции. Реакция последует очень быстро, так как мы имеем дело с человеком, у которого комплекс Бога. Он считает себя вершителем судеб. Меня же он считает своим творением. Слишком много времени потратил на то, чтобы внедриться в мою жизнь. Теперь он хочет утвердиться в ней. Хочет доминировать, контролировать меня. Его фантазия так далеко зашла, что он просто так не успокоится. Непокорность вкупе с неверностью может взбесить Яна, и он тогда лишится обычного хладнокровия и трезвого рассудка. План дерьмовый, конечно. Но поскольку другого нету, я утверждаю это. Проконсультируйте команду. Ну, а ты можешь составить мне заготовочку, что мне говорить твоим родителям и тетке, если дай бог что. Дядя Андрей, ну все получится. Должно получиться. Должно получиться. Вчера я сделал Инге предложение. Ну что, она ответила? Пока ничего. А ты же понимаешь, ничего значит предложение рассматривается. Я сказал это так, для ясности. Ясно. Спасибо. Веселая история. Ну, я предупреждала, что приятного разговора со мной не получится. Она мне знетет. Ну, мне же интересно знать тебе не только веселые истории, но и грустные какие-то вещи.
Мне интересно знать о тебе все. Если ты еще не поняла. Мне кажется, сейчас не самое лучшее время об этом говорить. Сейчас как раз самое лучшее время для этого. По крайней мере, я уверен, что ты не сможешь от меня сбежать. Это правда. Я правда никуда не сбегу. Будем спать? Один вопрос, можно? Угу. Что ты скажешь Моргану? Скажу, что влипла. По полной. Вспомнив девчонку в столице, веселые искры глаз, согласно весне я прилю влюбиться в нее второй раз. Объехали дом, все спокойно, никого и ничего подозрительного. Лады, наблюдаем дальше. По кварталу не забываем шерстить. Понял. Да, повезло майору с красивой женщиной в любовь поиграть. Войдет капитан? Он не играет. Плохо одному в зимнюю стужу. Да, мерзение скучно в расплавленной зной. Но оказалось гораздо хуже. Тоска бывает весной. Шпаликов. Все, спокойной ночи. А чё это вы мертвые такие? Заболтались до утра или не спалось? Ну как? Что как? Ну, как все прошло? Что прошло? Да ладно, Кэп, ну не перекидывайся ты. Ну ты же всю ночь дежурил у дома майора. Ну, как они там с Ингой? Заночевали? Ну я не знаю, я же им свечку не держал. Если тебе интересно, пойди самого майора и спроси. А вот Моргану, наверное, было неприкольно у них всю ночь под окнами торчать. Вы правы, капитан. Это была не самая лучшая ночь в моей жизни. Ну ничего, будут и другие. Хорошо, что вы здесь. Насчет денег со счетов Мелешко-старшего. Разрешите. Ну что, не звонил? Значит, он до сих пор наш субъект. Я думаю, что-то готовит.
А скажи мне, майор, а какой в этом деле твой интерес? Я люблю Эдну. И хочу избавить ее от урода, который мешает ей жить. С ней ты говорил на эту тему? То есть она в курсе моих чувств. Но попросила отложить этот разговор до конца дела. Умная девочка. Ну что ж, майор, иди, заканчивай это дело. Есть. А то после, может, и не о чем будет говорить. Так что де юре деньги прогорели вместе с лопнувшим инвестфондом. А де-факто Мелешка сын, то есть наш субъект, просто вывел все кэшем, используя приватные договоренности. Да, крутая схемка. Угу. И отследить этот кэш почти нереально в сухом остатке, да? А это значит, что эта ниточка нас тоже не выведет к новой личности Яна. Остается одна надежда на эту провокацию. Извините. А этот Морган таки крут. Да. Не повезло майору с соперником. Достойный товарищ. Не поспоришь. Интересно, что Инга думает? О многомужестве думает. Слушайте, а давайте замутим тотализатор, а? Ну чего вы так, чисто между собой, ну, чтобы напряжение снять, а? А чего приутихли-то? Не стесняйтесь, господа гусары. Замутите тотализатор. Заодно подумайте, где работаете. Ну, а чего заходил? Помните, Серега, ты как ляпнешь, так любой забудет, куда шел и зачем. Больше суток прошло. Может, мы как-то неправильно его реакцию прочитали? Он стал играть мою подругу? Так глупости не говори. В порядке. Скоро он объявится в самое ближайшее время, я думаю. Я тогда поеду домой, мне нужно собрать вещи. Я с тобой? Нет, давайте вам проще. Я поеду на своей машине. Ребята за мной. Я быстро соберусь и потом приеду к тебе. Перееду. Да. Да. Хорошо. Алло. Я крайне недоволен. Но в этот раз, ты усвоил свой урок. Ты испорченная девочка. В Квантика прыгнула в постель к Моргану. Тут же нашла этого мента. Неужели ты совсем забыла своего беднягу-жениха? Джерри, конечно, лузер. Но все же он любил тебя. И... он свою жизнь на кон поставил. Хочешь узнать, как сильно он тебя любил? Я расскажу. Ты ведь удивилась, когда Джерри сказал, что застраховал на тебя жизнь? Конечно. Такой типичный американский прагматик, и вдруг такая мелодрама. Моя идея. Ты врешь. Ты просто хороший манипулятор, но Джерри был слишком умным, чтобы повестись на твои трюки, ты понял? Ты недооцениваешь меня, принцесса. А еще возможности соцсетей. Мы, знаешь ли, сильно сдружились с Джерри перед вашей поездкой. А он все никак не мог придумать, чем же поразить ее. В самое сердце. Ну, понимаешь, вот я и подкинул идейку. Ты права. Он так и сказал.
Какой, мол, мелодраматический жест. Она разозлится. Ты ведь разозлилась, принцесса? Скажи, разозлилась? Теперь отдельно. Ты еще хочешь узнать, как умер Джерри? Хочешь? Последний подарок Джерри у тебя. Рассмотри его внимательно. Я перезвоню через полчаса. Если ты, конечно, не вызовешь кавалерию, как в прошлый раз. Последний подарок Джерри. Нашли в катакомбах. Это Джерри. Он нам показывал. Говорил, купил для вас перед отъездом. Но вот только подарить не успел. После исчезновения Джерри. Но не будь ты таким букой, Джерри. Ну не смотри ты так. Не дай бог принцессе подумать, что ты ее возненавидел под конец жизни. А может быть, ты ее действительно возненавидел? Если бы не она, тебя бы здесь не было. Джерри, скажи, что ты умираешь здесь из-за нее. Тем более, это правда. Пошел к черту, псих. Да, пора прощаться. Мы здесь провели с тобой 7 насыщенных дней. Последнее слово, Джерри. Живи дальше, Инга. Ты сильная. Ты сможешь. Здесь была моя школа. Угу. Я училась. И здесь был театральный кружок. Я в нем занималась. Весной у нас здесь проходили уроки по физкультуре. А вот в том здании был бассейн, где я занималась плаванием. Прям ничего не поменялось. Так это там утонул твой друг? Одноклассник? Да. Я, собственно, из-за этого решила заняться психологией. До выпускных классов я была такой оторвой. Родители хотели, чтобы я занималась медициной, но мне было все равно. Меня интересовал только театр и плавание. А у Игоря все было наоборот. Он знал, чего он хочет, подавал большие надежды в плавании. Не понимаю, пловец и утонул? Да, все задавались вопросом, как так могло произойти, такой здоровый, талантливый. Ну, в итоге сказали, что это был несчастный случай. Он занимался ночью. Перезанимался от судорога. А потом они выдвинули версию, что это мог быть суицид. Суицид? Странно. Насколько я понял, успешный, здоровый парень. Да. Потом была еще одна версия, что это я его довела. Несчастная любовь. Это не так. И что потом? Ну, потом, когда до родных стали доходить слухи, они переживали и отправляли меня на лето к родственникам в другой город.
там, да, конечно, я очень много про все это думала, о том, что даже если это не из-за меня, если это суицид, то почему? Почему я этого не замечала, и почему я, может быть, даже это не остановила? Ну, в общем, я винила себя за это все. В тот момент я решила, что больше такого никогда не повторится в моей жизни. Ну и начала заниматься психологией. Помогать людям, но близко к себе никого не подпускать, чтобы не сделать больно. Угу. Я закончила школу, а до этого втихаря подыскала себе университет за границей и уехала. Можно сказать, сбежала от родных. Ты очень сильна, Инга. Но ты больше не будешь одна. Теперь я у тебя есть. И твои родители, они тоже теперь с тобой. Это все ты. Ты заставил меня вернуться к родным. Заставил меня по-другому посмотреть на эту ситуацию. Тебе очень благодарна. Я убью тебя, слышишь? Вот. Наконец. Моя темная инь. Хочешь убить? Я предоставлю тебе такую возможность. Но, может быть, ты сначала захочешь узнать, где его тело? Ты же помнишь, найдется тело, и ты станешь богатой женщиной. Мы с Джерри об этом позаботились. А если нет, так хотя бы будешь знать, куда цветочки носить. Куда? Я покажу тебе. А сейчас слушай меня очень внимательно. Что-то Инга зависла. Уже больше часа, говорила максимум полчаса. Женщина. То забыла чего-то, найти не может. Переодеться надо. А там вдруг подружка позвонит или мать. Вот тебе уже и полчаса. О! Не прошло и полгода. Пишет Инга Евгеньевна к товарищу майору, даже не пристегнулась. А у нее это пунктик прямо. Обвыкается в наших реалиях. Да, Серег. Значит, докладываю, товарищ майор. Объект покинул место своего проживания и сейчас движется к вашему. Давай. Сразу мне звони, как чего знаешь. Давай. Тебе нравится. Что-то она совсем не торопится. Даже притормаживает будто. Ну так сомнения девичьи там. Позволить, не позволить, а если позволить, то что дальше? Чего она так всегда образцово показательно водит? Ты шутишь? Мы на Чернобыль когда ехали, она так гнала, я думал, не доедем. Сейчас он, правда, все светофоры собирает.
Слушай, Палыч, а давай-ка мы ее сейчас тормознем. Делаем. Полиция, предъявите документы, пожалуйста. А что случилось? Я просто оказала человеку услугу. Где владелица машины? Без понятия. Наверное, она уже у своего любовника, как и планировала. Степаныч, срочно майору звони, пусть едут к Инге домой. Ну, а ты давай, рассказывай. Да. Осторожней, принцесса. Не гони так. Я никуда не денусь. Да мне не терпится уже. Сбавь скорость. Пристегнись. Или я перенесу встречу. Подождите. Я пристегнулась. Умница. До встречи. До встречи. Девице дали $300, чтобы она села в машину Инги и везла за собой детектива, которого якобы представил ревнивый муж. Ингу она видела? Инга открыла ей, дала ей ключи от машины, плащ, сумку свою, показала из окна нашу машину. Не понимаю, зачем Штефи сбежала от нас. Так. Чем она ее взяла? А вот и ответ на ваш вопрос. Живи дальше, Инга. Ты сильная. Ты сможешь. Говори. Нашел. Гонит под 100 в сторону водохранилища. Иди. Уже. И тебя, и парней. Долго еще? Минут 7. Сейчас движутся. Куда? К дальнему причалу, туда не подъехать. Нужно пройти через лес. Похоронил Джерри. Здравствуй. Я очень рад, что нам наконец удалось встретиться как положено. Покажи свое лицо. Хорошо. Больше никаких масок.
Леша? Я знал, что ты оценишь идею, принцесса. Охранник Леша из любимого бассейна. Ролька, конечно, так себе, примитив. Но вы с ним даже подружились. Ты просто псих. А все твои дейки — это полное дерьмо. Но мне наплевать на все это. Где ты похоронил Джерри? Где-то здесь? А Джерри придется забыть, принцесса. К сожалению, о страховке тоже. Как ты знаешь, совсем не было времени хоронить этого лузера. Где его тело? Без понятия. Может быть, сгнило где-то. Если крысы не обладали. Мне 36 лет, наверное, это очень мало. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы я не встретил ее. Но я ни о чем не жалею. Это был мой выбор. Прекратили поиски. Да, 5 дней ковырялись. Водолазы только сегодня работу прекратили. 2 километра вниз по течению прочесали. Ну, там такая волна была, что тело могло и дальше отнести. Сами понимаете, товарищ генерал. Ну, сам понимаешь, капитан. Могло и течением отнести. А мог этот урод сам выползти на бережок. И смыться. Он в этом деле мастер. Так Таран и Морган уверены, что ранил его майор. Где-то под левой ключицей кровь брызнула. Но они же первым делом бросились Мищенко спасать. Ну, слава богу, что по погоде его нашли. Пол-литра крови потерял. Как там Мищенко? Да все без изменений. Врачи сказали, что операция прошла нормально. Вот только в сознание он еще не приходил. Товарищ генерал, а что про Ингу сказать, ну, когда майор в сознание придет? Говори, что тоже нормально. В порядке, Инга. Тоже приходит в сознание. Остальное потом. Слушаюсь. Разрешите идти? Не надо, Сереж. Вы с парнями который день мимо проезжаете. Но... случайно. Ой, все как всегда. Людмила Владимировна, да. Вы сыночку своему, как он в себя придет, вы ему передайте, что мы долго ждать не будем, мы себе нового начальника найдем. Да. Да. Даже не будем искать, чем из меня плохой начальник. А? И потом вагоны... Не дорос ты до майорских, Серег. Рано еще. Ну что, как у вас там все прошло?
Не сильно налажали? Самую малость, майор. И с Ингой все хорошо. Все в полном порядке. Число не царапинки. Сейчас вот тоже вот отдыхает. В смысле, морально. Ну-ка, немедленно на выход. Вы же ему дышать не даете. Ой, извините, извините. Все, все, вон отсюда. Спасибо, что пришли. Очнулись? Молодец. Теперь главная задача на ноги встать. А сейчас спать. Опять спать, да? Да, спать. Приказ. Инга не приходила? Не знаю, может, и приходила. Ну ладно. Вам есть хочется. Замечательно. Ты поспи, а я пойду и принесу. Видишь, у меня здесь штука какая. Прошу. Привет. Привет. Здоровьем интересоваться не буду. Правильно. Все же хорошо. Как Инга? И она уезжает со мной в штат. Где ее же безопасность? Поскольку тело Яны так и не нашли. Получается, она... Ладно, понятно. Нет. Пока шли поиски тела, мы просто ее спрятали. Она отказывается уезжать. За тебя. Я пришел просить тебя убедить изменить ее решение. Зачем мне убеждать ее изменять свои решения? Ты ее любишь? Люблю. И я ее люблю. А ее жизнь — это самое важное. Послушай, если бы от меня зависел выбор Инги, я бы сделал все для ее безопасности. Хорошо. Ты прав. Ее жизнь и ее безопасность – это самое главное. Поправляйся, майор. Мне, честно, очень жаль. Невзирая на все обстоятельства, я рад знакомству. Ты отличный коп. Взаимно. Иди сюда, Моти. Я сказал, Матильда, быстро ко мне. Ну? Чего, Михаил Степанович, майора караулить? Скажешь тоже. Даринку жду. Она обещала тортик приготовить к выходу майора. Вы пока тупили, я обо всем по уму договорился. Дежурный нам маякнет, как только майор на пороге появится. Мужики, а вон он уже идет. Машину Инги высматривает. А Инга таких слов свое сдержала. По-моему, она все правильно сделала. Майор и генерал все поняли. Будто у них был выбор. А насчет правильно или нет, время покажет.
Успел. Гермайор, как же я вас заждался. Тут же в отделе без вас умереть это с кем можно. Это вам. Не, ну ты смотри, а? Мы здесь час уже торчим, этот цапляк только подъехал, уже заждался, нудно ему. Товарищ майор, может, вы и нам с товарищами офицерами на улице праздник сделаете, а? Всем привет. Товарищ майор, я даже вам торт испекла. Маме звонила, консультировалась. Все, как ты любишь. Мы, наверное, пойдем пока тортик порежем. А ты тут кофе на свежем воздухе попей. Малой, а ну давай сюда иди. Давай бегом, я тебе сейчас нудно сделаю. Сюда иди. Привет. Привет. Ну как тебе контора после долгого отсутствия? У нас, кстати, кофейню обновили, могу показать. Я рад, что все хорошо. И все на своих местах. Мог бы предупредить, что раньше приедешь. Видел, как все довольны? Я, кстати, тебя до сих пор не простила, товарищ майор, твое сольное выступление там, в больнице. Тебе надо было в театральный поступать? Я поступал. Да? Да. Я серьезно, твой монолог от вас, мадам, «Одни проблемы, валите в свои штаты» был омерзительно убедительным. Но я тебе, кстати, почти поверила. Но не поверила же. Ну, ты забываешь, что я отличный психолог. Ну и потом, тебя выдали твои глаза. А что не так с моими глазами? Взгляд не соответствовал тому, что ты говорил. Ну, я же тебя убедил остаться. Меня никто не убеждал. Я сама решила, что хочу, чтобы ты остался. Ну, а если Ян снова объявится, я... Я смогу тебя защитить. Да я тоже знаю. Кстати, тебя люблю. Ну, тебя тоже вроде как. Вроде как? Ну, типа того. Сейчас возьму свои слова обратно. Пойдем. Пока Павлик весь торт не сожрал. А куда ты торопишься?